вот которые у нас есть, вот столбы, вот так на нее выдерживают. Господи, слава Тебе! Да будет имя Твое святое, благословенное и прославленное в нашей жизни. Благослови приезжающих и отъезжающих. На милость Твою надеемся. Сохрани нас от притязаний вражеских на нашу свободу. Да будет благословен этот воскресный день. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Так, вот какое дело. Я уже не один раз говорил это дело. Я его хоть буду брать за руку и прямо идти. У одной из девочек платье вот настолько вот выше пола. Нарушение устава. Она растет или такое шили. Любой, сегодня любой наставляй. Красно-бело. Сейчас все идет. У Надежды Васильевны хватает материала сделать это сегодня, прямо сейчас же, иначе она не сделает. Это ничего не стоит. Я каждый раз смотрю, у кого коробка у вас, юбка-то? У нее. Кто это, Маша, Саша? Это... Соня! Соня, ну ладно. Ну что, воинцы, Бог милостивый, оправдали вас. На футбольном поле ругани не было, смотрите. Иначе игра будет закрыта. Девочкам пока дня на два отказано в купании. Минимум два дня. По крайней мере маленьким. Потому что я знаю людей, которые ставят цель, достижение цели, а цель уничтожить лагерь. А уничтожить легко, когда есть какие-то погрешности. Это очень легко допустить. Когда на нас было тогда давление большое, приезжали, санэпидемстанция, она на каждом углу находит не так. Хороший ресторан, все. А который приехал, начальник говорит, я любой ресторан закрою. А почему? Я, говорит, проведу пальцем, где они не думают. Под столом. И на пальце пыль. Все, ресторан закрытый. Ну а как его открыть? 100 тысяч. Вот сейчас, как и говорили, взятка 500 000. Взятка. А взятка, это значит, он дал деньги, и тогда тот прикрывает закон, как будто его не было, делает по-своему. Да это не все. Сейчас взятка в несколько миллионов оказалась. Миллионов. А мы рубль считаем. 500 рублей, если мне штраф будет, я с Тимоши сниму. Его мама наградила. Ничего нигде нет. Ребенок в невыносимых условиях. Все выносимые. Ни одного больного. Ни одного убитого, ни одного утонувшего. Все сытые. Мы покажем дело. Вот сейчас выходим из-за стола, сразу потренироваться нужно будет. Дело вот какое. Сегодня у нас сейчас будет небольшое собрание по лагерю. Я как начальник лагеря имею право избирать воспитателей, рабочих сам. Ни с кем не советуюсь. Но я всегда советуюсь. Вот сегодня воспитатели будут проведены у меня Сергей Павлович, Никита Андреевич, Галина Александровна, Екатерина, как величать? Станиславовна. Как говорить? Станиславовна. А? Станиславовна. Станиславовна. Он никогда не... Вот, четверо проведено. Он как временно исполняющий, то есть главную работу ведет. А Виктора, ну, нет оснований, он нам нужен просто, потому что обращаемся, занимается. И он женился еще, ради бы я его увольнял. Он 13 лет лагерю отдал. Или 14 даже. Значит, провести тренировку. Тренировку провести. Это можете делать и без меня. Когда они приедут, не надо детей раньше водить. Пускай они будут здесь, дети. Они будут выходить, взрослые не подходить. Меня здесь не будет. Я буду на работе с ребятами. Вы мне позвоните. Позвоните. Пришла комиссия. Находишься здесь, сразу снимай, кое-что им объясняй. Галина Александровна выйдет, начнет им объяснять. Мы в это время идем сюда с Никитой. Дальше будет видно как. Что они желают, тут рассмотрим, и зайдут они, все пусть осматривают. Я с ними ходить нет, думаю, не буду. Это первый раз тоже так, почему? Я посчитал, 11 раз я их приглашал сюда, не зашли. По 7 параметрам. Начиная от того, что едят, в столовой посмотреть, на кухне готовят, по порядку. Где спят, это проверьте там все, тумбочка, все, что было как, во дворе. Дальше, как играют. Это им нужно осмотреть будет. Как идет костер. Дальше. Где купаются. Это необходимо. Ну, просто это один из моментов, притом самый опасный, можно сказать так. Я насчитал, что 7 моментов смотрят, где фильмы. Что именно полный. Они не захотели. Больше я им не покажу.
Иначе уже получается, я хвостом виляю перед ними. Мне это не надо. Я совершенно свободный человек. Вот, и вы поведете экскурсию, он будет снимать. Галина Александровна все сделает. И Сергей, помощь. Потому что он хоть не все время здесь. Куда они пожелают, и туда и везти их. Я буду ждать в столовой. Я сяду здесь, ну какие-то, может, документы будут. Примерно план вот такой вот. Детей здесь не будет. Детей куда можно деть? В первую очередь они играют здесь. Когда только меня увидели, что я подошел, с ними разговариваю, в это время бить 5 раз. Пауза. Снова 5 раз. Медленно. 1, 2, 3. Это опасность. Пауза. И снова 3 раза, чтобы 3 раза по 5 раз ударить. Кто будет бить колокол? Ну, очень хорошо, чтобы был. Надо сильный кто-то. Нет. Андрей будет бить. Андрей или Кирилл. Ну, тут посмотрите. Посмотрите. Бьет колокол, быстро собираются дети. И когда бьет колокол 5, то собирать они здесь, а вот за оградой, чтобы ниоткуда не было видно. И сразу детей уводите. Уводите, куда вы знаете путь. Один путь такой, я все вам отдельно расскажу. Я вам предложу 5 мест, куда можно уводить детей. Чтобы я мог смело сказать, а я не знаю где. И все. То есть у них в программе нигде не написано, что они должны осматривать детей, медики. Не надо. Останутся только Загуляева. Почему? Их мама здесь. И с ее разрешения можно будет побеседовать, когда я разрешу. Она разрешает? Разрешу ли я еще? Ждите. Я буду рядом здесь. Вот примерно такой план. А дальше уже как Богу угодно. Я оповестил всех, и люди будут молиться. Во вторник, то есть послезавтра. Если есть какие-то предложения, мне скажите, куда уводить, я расскажу. Какие места. Там, где никогда они не найдут. А где-то просто открыто будут. Детей увезти. Они им не принадлежат. Ни под какие нормы нас подвести не могут, они ни рубля не дали, и поэтому спрашивать меня нечего. Ни почем, да. Нужно еще подумать, в случае дождя, куда детей везти. Что там? В случае дождя, куда детей везти? Ну, если в случае дождя, никуда не везти, выходит. Так, в игровой зал, и все, на крючок, там был крючок, сейчас подпереть его. Ну и зайдут, там никакой беды нет. А я не разрешаю ни одного слова не разговаривать. Хором только скажете «здравствуйте» или «добрый день». Лучше всего скажите «добрый день». Добрый день. И на этом все. У нас по уставу написано. Устав ненарушимый. Вот сегодня Степа опять нарушил устав. Ну? Что ты не так сделал в церкви? Выйди. С тобой разговаривают, и сразу выйди. Что не так сделал? Я во время службы ходил в туалет. Туалет. Так, сейчас я покажу как. Егорушка, стань рядом. Вот смотри. Он только что приехал. Пролетел 1000 километров. И он встречает здесь какой привет? Ни от кого-то. Ни от меня, ни от кого, от этого отрока. И он его сразу же, ты сразу его обозвал. Как ты обозвал его? Пузырем. Пузырем. Теперь смотрите, кто из них пузырь? Я не буду ничего говорить. Посмотрите. Этого пузыря преподавателя, может, зовут. Он тебя никак не обозвал. Ты по-божественному, по-христианскому, просто по-лагерному не выигрываешь, а проигрываешь. Я бы тебя не ставил тоже. Ты знаешь свои недостатки, от тебя это не зависело. Тебя в барокамере вырастили-то. Крапили там. Полумертвый родился. Ну, это от него не зависит. Но дальше ты должен сам уже соображать. С чего ты его так назвал? Объясни. Потому что он большой. Потому что он большой. Ну, он пузырь стоит. Колесников с Украины пузырь приехал. Тоже пузырь? А почему нет? Потому что он старше. Потому что старше. Ты понимаешь, ты какой-то выбор придумал-то. Ну вот смотри, стоит Виталий. Так он, судя по животу-то, он пузырь. Почему его не назвал пузырем? Потому что он же старший. Он старший. Ну а он, Кирилл, больше тебя. Почему ты не назвал его пузырем? Потому что он может мне дать подзатыльнику. Чего говорит? Может дать мне подзатыльнику. Подзатыльник может дать. Ты парень разумный какой. А? Но я думаю, что Кирилл этого не будет. Егорушка не будет этого делать. Это не требуется. Тебя уже предупредили. Этого делать нельзя. Никак. Потому что ты моложе. И это называется хамство.
Если бы он тебя назвал пузырем, наполовину сошло бы. На этого делать тоже нельзя. Так что пузыри зря не надувай. Это ты пузырь. Даже в храме не мог удержать, что в тебе натолкано. Попросился в туалет. Для тебя туалет дороже храма. Вот где пузырь ты из себя полез. Вонючий пузырь. Ну еще. Само смешно. Не надо это делать. До храма сходить в туалет надо. А раз уже ты вышел, то и обратно в храм заходит и дефилирует, как положено. Я вот назад. Сюда. В притвор. И маму сдвинул с места. Теперь его спрашивайте всегда, когда придет меня в церковь, в туалет сходил, нет. За руки просто тянуть его в туалет. Из него выдавите из этого пузыря. Все. Давайте. Так, ну что, смеются, прямо им так смешно. Сейчас мы пообедаем только, никуда. Сразу идете, все до одного идете к скворечнику и лодки будете накачивать. Теперь смотрите, у меня рубашка длинная, нет? Нет. Не длинная, теперь смотрите, интересно, вот так мода рождалась разрезанной женщины. Почему? Она у меня длинная и хватается за сиденье. Я ее 3 раза порвал. Вчера пришел Надежде Васильевне, говорю, вырежь 20 сантиметров. И теперь кто-то увидит, скажет, новая форма. Вот все, теперь я. Сзади она мне не зацепится. Интересно. По обстановке. Теперь ты меня как назовешь? Пузырем? А еще нет. Вы можете меня крапиво отодрать. О, ну это уже подвиг. Для тебя. Тем более ты так боишься. Никогда не бойся, мы показывали. Бывает, человек где-то споткнулся, неладно, но чтобы этого не было. Смотри, какие боевые ребята у нас. Вон она как-то, посмотри, скрывается. Ты маленько успевай, гляди. Вот так. А то мама не видит их, они грустные. Ничего себе грустные. Так. Поехал далеко, запрел. Так. Платочки все. У меня сейчас покажите. А у кого нету? Так, подожди-ка сюда. Мне вот этот карман очень не нравится. А какой карман? Глубина кармана на 2 пальца. Не положишь ничего, он выпадет оттуда. Значит, а в брюках есть? Значит, пришить, чтобы они были здесь. Это не карман, это дверник. Руки затолкать от комара. Вот затолкать туда. Этот выпадет. Все, за стол. Давайте, кормите нас воскресным праздничным обедом. Какая она драгоценная. Руки мыть пошла. Я помыла. Так. Не разговаривай. Я не знаю, у вас сначала не вылетели еще? Не, еще не вылетели. Сидят, да? Да, сидят. А из бани вылетели? Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Слава Богу. А ты, Тимоша, зачем один туда залез? Одному не надо сидеть. Выйди на этот стол. Рядом. Садись. На этот, за этот стол впереди. Там места хватает. Я не понял, он не слышит или что? Он мне не желает. А? Он не желает туда садиться. Не хочет садиться, пересаживай. Не хочет, я сказал выйти оттуда. Выйди, пересядь на этот стол. Что это такое? Тимоша, пересядь за этот стол. Нет, надо. За стол пересядь сюда. Ты отделяешься все время, это нехорошо. Скажут его оттуда. Так, а ну-ка, девочки, маленько сдвиньтесь, он сядет рядом. Пусть мальчиками садится. Ну что, какая раз старается, за столом нет разделения, только в церкви. Все на этом, все. Тихо, ребята. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Божию.
Я три раза тебе говорю, ты как будто не слышишь. Нехорошо это. Святой воды берите и передайте. Вон туда, красненько, вон туда. Это все попили? Да, вон туда. Вон туда.